день моего рождения относится к времени Велеса на вот к времени Велеса. И каждый может, если он будет заинтересован, он может, так сказать, проследить определенную, вот, когда он родился, под покровительством какого бога он родился. И в связи с этим я ношу Велесовик. Но есть еще такое понятие. Вот вы, наверное, об этом никогда не задумывались, не задавали себе вопрос. Одно дело, когда ты родился. Но может быть еще важнее, когда ты был зачат. В какое время? От рождения нетрудно посчитать, да? Если, плюс еще 3 месяца, и ты будешь понимать. Если ты родился, допустим, там в июле, то отсчитай 3 месяца назад, то есть или вперед, вернее, вперед. И понимаешь, что ты был зачат август, сентябрь, октябрь, где-то в октябре. Если ты в середине октября, в середине июля родился, где-то 9 месяцев будет в середине октября. И вот от этого начинается понятие вот большего, под какими энергиями ты еще был зачат. В традиции наших предков было такое, все, кто рождались, девочки, мальчики, кто не жили на определенной территории, их называли чадо. Это слово осталось. Чадо. Вот, девочка, мальчик, чадо. Не делили. Приходило время, когда ребенку становилось вот 13-14 лет, вот в этот период, тогда он получал... У него было имя, но это было такое вот имя вот здесь, в семье. Он получил, есть такой обряд имя наречения. И это имя, обряд имя наречения дает уже человеку его понимание, по какому пути ему двигаться, в какую сторону ему идти. И тогда его путь становится гораздо проще. Не надо стучаться во все двери или изучать все, что тебе не надо, а потом только найти только, что тебе надо. Вот жрецы, они обладали этими навыками, они видели с детства по ребенку, как он бегает, что он говорит, к чему он стремится. Кто-то, допустим, стреляет с лука, это на банальном, да, а кто-то там сидит, все-таки лепит что-то там. Вот. Проще идти человеку по тому пути, который ему предназначен. Вот если у меня не получается, я вот не силен, конечно, в алгебре, для меня это как-то немножко тяжело, ну, трудно, вот как-то все мое естество, существо, состояние, ну, не поддается, вот, хотя миром правят цифры, ну, как-то мне это не близко. И если я буду себя заставлять поступить на физико-математический факультет и набирать 10 педагогов дополнительно, и через не могу, через не знаю что, все-таки это будет неверно. Я буду себя выкручивать, и я не пойду по тому пути, который надо. Так вот, жрецы делились на... все люди делились на простые касты, если можно. Каста воинов. Это люди, уже которые знают. Вот ему на роду написано быть воином. Ему надо заниматься, заниматься и заниматься. Каста ремесленников. Это те люди, которые производят все материальные блага вокруг. Да? Каста земледельцев, каста жрецов и так далее. И так далее.